Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала, и я вновь рада встрече с вами. В Анталии похолодало, и мы готовимся к встрече Нового года, потихоньку украшаем наш дом. Ну а сегодня обычный будний день, и как обычно, я готовлю обед. Самый простой, ничего сверхъестественного я вам не покажу. Единственное, что обед у меня сегодня будет не в турецких традициях. Присоединяйтесь, если вам это интересно. Сегодня я готовлю обед, и на обед у меня супчик куриный с вермишелью, не турецкий, и мой супруг с удовольствием его кушает, он ему нравится. А на второе у нас будут сегодня кабачки с фаршем. Итак, сегодня нам потребуются следующие продукты. Два кабачка, два помидора, одна луковица, три зубчика чеснока, петрушка, специи по вкусу. У меня сладкая паприка, соль, тимьян и немножко сухой мяты. Ну и, конечно же, мясо для фарша. В данном случае у меня баранина, приблизительно 200 грамм. Итак, приступаем. Первым делом нам нужно сделать фарш. Мясо режем на кусочки. У меня еще не совсем разморозилось. Мясо. Сейчас лук и чеснок. Режем петрушку. У кого есть укропчик, можете укропчик добавить. Ну и сейчас помещаем фарш в форму побольше. Добавляем наши специи и соль. Далее берем наши кабачки и нарезаем их кружочками примерно сантиметра по полтора. Оставляем постоять чуть-чуть. Берем помидор и помидорки нарезаем. Далее берем наш фарш и формируем такие, как котлетки, немножко приплюснутые.
Затем берем форму, либо выкладываете просто на противень. Я взяла вот такую форму и буду выкладывать сейчас в форме гармошки. Значит, для этого я беру оливковое масло, смазываю форму. Вы можете взять сливочное, можете взять растительное, у кого что есть. Формочку, и затем поочередно выкладываем форму. Сначала кабачок, потом котлетка, потом помидор. Кабачок, котлетка, помидор. У нас остались кабачки и котлетки. Я сделаю это в следующем заходе. А можно выложить и по краям, как вы посчитаете нужным. Я немножко выложу по краям. Вот таким вот образом. А оставшиеся сделаю еще на один раз. Так, друзья, в рецепте я вам забыла сказать самое главное, что после того, когда вы все уложите, нам необходим будет еще и сыр. У меня в данный момент нет твердого сыра. Я буду использовать вот такой сыр. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы разогреваем духовку до 200-220 градусов и отправляем в духовой шкаф нашу форму. Сколько по времени будет выпекаться, будем смотреть. Я думаю, минут 30-35. Сверху, когда все пропечется, мы посыпем зеленью. Я думаю, что можно прикрыть сверху пергаментной бумагой или фольгой для начала, а там дальше будете смотреть.